Вот сейчас, прямо в данный настоящий момент времени, мы здесь записываем базовую коллекцию, видеоколлекцию начинающего пармастера. Напомню, что в нашем активе, в активе Академии банного дела, на сегодняшний день есть книга «Образное парение в русской бане», есть видеоприложение, состоящее из 7 видеофильмов, которые являются приложением к этой книге. Фактически экранизация книги. Да. Но должен сказать, что в этой видеоколлекции есть далеко не все, что есть в книге. В книге далеко не все, что есть в экранизации. Да. Поэтому мы еще записали дополнительно, и этот материал доступен. В прошлом году мы записали коллекцию основных движений пармастера из 40 видеороликов. И сейчас мы записываем продолжение. То есть мы записываем новую коллекцию, которая называется «Коллекция действий пармастера». Базовая коллекция основных действий пармастера. То есть надо уточнить, что это не будет интересно профессионалам банного дела. Ну, скорее всего. Это, скорее всего, нужно для тех, кто еще не касался веников профессионально, для тех, кто желает получить базовые знания и начать свое обучение. Но уже освоил основные движения. Да, но все-таки уже освоил основные движения. Да. Потому, если вы начали свое обучение именно с этой коллекции, вам сейчас будет крайне трудно, потому что движения, которые мы будем использовать в этих наборах движений, да, в этих вот подходах, они давались ранее. Поэтому вернитесь, просмотрите коллекцию основных движений пармастера, и после этого вернитесь к этому материалу, для того, чтобы из этих готовых движений, которые будут у вас уже на кончиках пальцев на ваших вениках, вы сможете скомпоновать уже вот этот видеоматериал, будет для вас уже полезен и понятен.